Всем привет! Сегодня речь пойдет о тракторе Lowell F504. В этом году выставка Old Cart Land потешила любителей автомобилей не только интересными и оригинальными автомобилями, но и тракторами, уборочными машинами и другой тяжелой техникой. Для расширения автомобильного кругозора было интересно взглянуть и на другие машины. Сама модель Lowell F504 производится в Китае и представляет собой современный трактор, который может активно использоваться в строительстве, сельскохозяйственном производстве, коммунальном хозяйстве и прочих ветвях хозяйства. Данная модель может похвастаться дизельным 4-цилиндровым двигателем мощностью 50 лошадиных сил с водным охлаждением. Рабочий объем двигателя составляет 3,1 литр, имеет реверсивную коробку передач. Также трактор оборудован комфортной кабиной с обогревом. На видео показан трактор Lowell F504 2018 года выпуска. Он представлен с комплектом оборудования, подметальной щеткой, отвалом для уборки снега и распределителем противогололедных материалов. Что скажете об этом тракторе? Пришелся по душе обзор сельскохозяйственной техники? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!